Сегодня в Кызылорде открыт памятный бюст отличника здравоохранения Казахстана Ернияза Умарова. Имя Ернияза Умарова благодарны памяти населения региона. Врач от Бога, он более 60 лет своей жизни посвятил медицине. Прошел путь от сельского фельдшера до руководителя здравоохранения всей области. Он сохранил доброе имя и незапятнанную честь, за что его уважали в народе. Благодаря своему профессионализму и высоким организаторским качествам он сделал очень много для подъема медицины региона. Под его руководством построен целый ряд районных сельских больниц и амбулаторий. На конференции памяти Ернияза Умарова был проанализирован жизненный путь врача, талантливого организатора медицинского дела, а также ученого, из-под пера которого вышли около 70 научных работ и монографий. Коллеги и ученики поделились теплыми воспоминаниями. В 1982 году в регионе была очень слабая служба анестезиологии и реаниматологии. На всю область было всего 5 анестезиологов-реаниматологов. Большое дело сделал в те годы Ернияз Умарулы. Для открытия в районах этой службы он выучил их специалистов в Москве и в Алматы. Приложил много сил для оснащения этих отделений необходимым оборудованием.